сорт томата Плакалула. Этот сорт относится к помидорам со средним сроком созревания. Высота куста достигает 1,5 метра. Вес помидора бывает от 100 до 300 грамм. Это вот необычные по форме томаты. Они выглядят как груша, но имеют очень большое количество вот такой вот интересной формы. Эти плоды универсального столового назначения могут употребляться свежими, можно делать из них разные соусы, салаты. Выращивать также их можно и в теплице, и в открытом грунте. Сорт очень высокоурожайный. Помидоры имеют приятный вкус томатный, отличаются сорт своей неприхотливостью. Одна кисть формирует от 6 до 8 грушевидных плодов. Формировать этот сорт нужно в 1-2 стебля для получения максимальной урожайности. Плод в разрезе многокамерный, мясистый и очень сочный. Как я уже говорила, томатный вкус со сладкими нотками. Плоды хорошо хранятся. Выращивайте этот сорт у себя. Будете всегда с большим урожаем этих томатов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы смотреть новые видеообзоры наших томатов и перцев.